Ну, чё, типа, там, всем здорово, Сережа, ну, Спанч Боб и Ассасин снимают снова Wolfenstein New Order. Да, всем привет, продолжаем, на самой сложности уровень сложности. Я забыл, конечно, добавить в название Хард Боба, но не страшно. Следи с журналом, там подобно описано ваше текущее цель. Такое чувство, будто я, они так говорят, будто я играю первый раз в стрелялку. И я вообще выиграл. Я думаю, что люди будут начинать с этой игры. Что? Что? Знаешь что, когда я читаю подсказки, я знаешь, как я ощущаю? Как? Столетним детком, который первый раз запускает комп. Серьёзно. Для продолжения нажмите Е, хорошо? Это уже более нормальная подсказка. Так, опять мы убиваем собачек вот этих. Расстрелять собачек с роботом. Блин, когда наш чувак уже... Ладно, не буду спойлерить уже. Ну так, у меня есть ножик, я думаю, я могу по-тихому убивать. Нет, ты не можешь. Пока врагов нет, да. Опять ножик невидимый, ну ладно, ничего страшного. На сюжет это не повлияет. Let's go. Как он называется? Потом, кстати, нет. Ну, а если не верю, но из вопроса экрана это похоже на АК-47. Не похоже на АК-47. Блин, я тебе говорю, что не 90 раз экран лагает. А все пить. Ой, враги. Кто? Фрицы. Что, и синий? Не знаю, он просто похож на него. Вообще. Как мне уничтожить? Это еще объясняет, как ее кидать, кстати. А, Г. Ой, я ее случайно. Айсмут контрольный точно. Патрончики. Аптечки. Максимум. Ой, это какой-то... Потоны, короче, видите, там квейковская фишка, когда ты перебираешь с этим с максимальным здоровьем, у тебя временный баф. Видишь, Серега? Да. Видишь, у тебя временный баф внизу такой, только у тебя здоровье больше массы, баф. Ты все просмотрел. Ага. Ты все просмотрел. Ты ничего не видел, ты все просмотрел. А, я понял, что надо делать. Ой, ну ладно. Я живой! А теперь нет. У меня как 47 есть. Потому что не похож на нас. Чеп два оружия.
Давай сначала. Что делать? Это автомат? Да. Фига, ты чё-то... У меня патронов очень мало, но... Я тут на Убере играешь. На Убере играю, лол. Же, Убер человек. Ты заёшь? Ну, вот. Я умер? Я умер! Как? Ты умер? Как я умер? Знакомьтесь, Убер. Я буду все время говорить Убер. Как я умер. Арена. Загрузки после смерти настолько долгие. Встретимся через секунду. Чё? Шо? Короче, встретимся через секунду. А, слушай, не через секунду, ну да. Продолжаем. Кто-то убил тебя ножиком. Если ты ничего не сделаешь. Раз ты тебя убил ножиком. Ты убил ножиком, кто меня выстрелил? Ты! Вот лайк. Тебя ножиком стрелял, а? Я не ножиком стрелял, я автоматом стрелял. Автоматом стрелял? Ты даже смотрел, как бы у тебя автоматом стрелял. Автоматом стрелял. Карта. Есть карта. Неужели? Знаешь что? Что? А вот это я считаю, что это уже не зря сделали. Почему? Почему? Вот блин, вот понимаешь, вот мы ставим очень что-нибудь. Погоди, хз где? Искали выход. Покажи, это похоже на замок? Это не похоже на замок. Ну, это замок. Ну да, но это не похоже на... Блин, да. Почему они могли сделать? Ну, мы начинаем в замке. Я хочу понастальгировать. Фигушки те. Почему? Почему нельзя было сделать такой сюжет? К замку? Вы нихуя не выбрались из замка и... Там же сделали 50 миллионов пристроек, вы должны взять 50 миллионов пристроек. Куда? Я не могу идти. Куда ты уйти? Серьезно. А хоть куда? Серьезно. Каску возьму. Нафиг не играет. Ну, пойду сюда. Ай, собака. Где? Ауч! Вот. Ай-яй-яй! Собака! Еще убила, несчастный! Нет, он не жив. Всё, он умер. Ай-яй. Чё ты понимаешь? Понять, не ладно вообще, не просто от экрана. Ай-яй, он целых три. У тебя перетопчено? Нет, целых там три врага. А что? Что дальше? Не знаю, двойная перезарядка. Там четыре даже было их. Четыре Томпсона? У тебя размножают от Томпсона, что ли? Врагов, блин, а не Томпсона. Блин, прикольно же. Про Томпсона. Как я не могу не попасть? Знаешь что? Знаешь что? Я почему-то хотел поиграть в старый Ворсенштейн. Умри! Да какого фига унесло?
честно, я просто хочу как побивать ножом. Просто так хочется кого-то побивать ножом. А в этой игре это нельзя нормально сделать. По крайней мере, на Убере. По крайней мере, на Убере я пока конфетки покушаю. А, нет, если нам не дают только что сделать, то там это делать и не будем. Дебильных штук, которые не дают нормально играть. О, я просто хочу играть со Steam. Что ты хочешь сделать? Играть со Steam? Да. Не буду. А если не понимать? Играть со Steam. Какие со Steam? Я не понимаю. Steam, блин. Играй со Steam. Ты знаешь как? Как с Watch Dogs. Смотрите собаки. Смотрящие собаки. Смотрящие собаки. Не знаю. Убью тебя со Steam. Нет, ну я не убью. Я не убью тебя спасти. Ладно, все, больше не буду. Я серьезно. Окей, все. Кого-то взорвал. А чё там? Никаких неожиданностей нет. Нет, я все в порядке. А, кто это? Нет, а. Ну, пистолет, я его возьму. Окей, я могу просто нажать на Ctrl. Ctrl можно... Можно скачать. Ну как, я не нужно удерживать, а просто нужно нажать его. Ну ладно. Я буду с Сюгером ходить так вообще. Я буду эпичным чуваком с Сюгером ходить так. Это глупо. Ай, да кому важно? Я буду ходить на Эйзу. Эпичным еще будет. Убивайте офицеров, блин. Спасибо, только зачем. Ладно, я буду убивать всех, кого попало. Где тут игре есть глушитель? Я остался. Наружу сигнал. Чей же сигнал? Да, теперь. Вот там офицера вижу. Да, он идет с офицером. Все, офицер, мы сделаем тейкдаун. Офицер сделает. Там еще пару чуваков сейчас тоже сделаем тейкдаун. Скрытое убийство, как говоря. Этот немножко одинаково есть скрытое убийство. Но, конечно, со стелсом пока таких проблем огромных нету прям. Не то, что как дешманки. Данил, что ты замолчал? Что ты не молчишь? Не знаю. Ничего, как бы делать. Ой, что не делать. Ты кого-то убил по стелсу.
А жизнь ты можешь стрелять, чтобы метнуть нож. Что? Я много попал. У меня больше теперь нет ножа, я не... Я ему в ногу попал, оу. Я ему в ногу попал. Теперь у меня два раза... вместе два ножа. Как они будут работать? Я хочу проверить. Я просто все это зову. Все. Не было приятно. Что предлагаете делать? Нет. А кликал? Да. Мне захотелось перепройти это. Return to Castle Wolfenstein. Ага. Как думаешь, мне перепроходить там? Как хочешь, даже можешь заснять. А ты можешь заснять? Ну, через демонстрацию экрана. Не знаю, не знаю. Я в такие старые игры не люблю, гадюсь, они сложно давали. Но если сейчас кого-то из них убью... Ну да, надо же лох это. Call of Duty... Я не знаю, как это болеть не думаю. Так, тот чувак, он убежал? Ну, по сути, в принципе, никак не пройти, я думаю. В принципе... Доставай свой большой пулемет. Ножик. Никто ничего не видит, все окей. Нет, окей. Расстреляй. Офицеру не бежать. Что? Не большой пулеметик. Они хорошие. Зонки много. Ай. Думаю, они мертвы. Пау. Я прям такой ножиком его кинул. Получай. Ножиком. Динамит! Динамит! Я его взял, просто кинул руку так. Взял, кинул. Взял динамит! Да. Сейчас, секунду, я проблем. Так и все. Куда уже идти? Окей. Понял все. О! С пулеметиком. Короче, стелс, ничего не знаю. Лида, ты что, я немножко пулеметик, что ли? Угу. А знаю, как я его скоро отберу. Блин, я так и не удержался от спойлеров. Что? Я бы все-таки не удержался от спойлеров. А кто ты знаешь? Возможно, меня заберут вообще все оружие, кто знает. Скорее всего. Я уже нет пулеметика, потому что я его забрать. Я забыл пулеметик с собой забрать. Нет, я уже его потерял. Окей, я убиваю офицеров. Только зачем их убивать, я не знаю. Я нашел фрагмент кода, где можно другую танцовку, а может какой-то фигню, не знаю. По крайней мере, мы идем дальше. Я уже. Да блин, нас уже заметили, честно. Не утерли бог. Вообще, я включаю. Сейчас будет очень много врагов. Гранат у меня. Там понятно, наконец. Нет. Блин. Я хочу.
хочу какую-то снайперку там, не знаю. Тут как-то слишком далеко они все находятся. А. Так говоря, продолжаем. Хорошо. Ай, точно. Tapfere Soldaten des Reichs. Hier spricht General Wilhelm Strasse. Возьму пистолет. An diesem Strand. Я даже один пистолет. Буду отстреливаться. Не, один пистолет. Ну, сразу меня заметьте. Они сразу меня заметили, честно. Мне тоже будет не сражаться, я сдох уже опять. Вот так пах. Бею. Да, ты спишь. А поезд? Да. Какая поезд? Откуда? Ай-яй-яй. Почему я не могу бегать? Почему я не могу бегать? Ай, блин, дурак! Да. Что? Ой, блин! Да как у меня убил с одного удара, читер? Убер! Нечестно, просто меня ударил прикладом, what the fuck? Не бога. Ну сделай, да. Блин, дебильная лестница. Да пошли ты, у меня нет патрон. Тебя убивают тоже, тебя тоже убивают лестницы. Лесенки знаешь что? Что? Лесенки это хуже, чем это. Дай мне свой ножик. Все, спасибо. Пыцы? Что я сделал? Ой-ой. Не, нет, это сейчас я кину гранату. Что? Что ты сделал? Так много. Да, в нос попал. Что? Как ты труп? Кто меня стреляет? Я в тебя стреляю. Сколько тут еще есть будет? Много. Нет, не все. Где? Нет, 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 нет. Я много попал ножиком. Вот я везунчик. Окей. Черт, это было довольно-таки много. Вообще дофигища было. Секунду. Окей. Что все значит, я не знаю. А. Куда нужно идти?
Иди куда, не знаю, туда. Туда не знаю, куда. Блять, я могу снять ту район, ну ладно. Я сниму. Уже я расключу, чтобы было готово, чтобы она была готова, потому что я готов сейчас, что будет с хранением. Артикл, хранение не будет. Ты должен пройти игру со мной, а быки. Нет, я уже умирал несколько раз. Йоу. Автомат. Я у другого так. Я, конечно, что Кинкрин вышивается, но я сделаю так. Эх, тут игре нельзя вообще торопиться, если ты играешь на убили. Значит, тебя убьют за пару секунд. Я думаю, что серия уже долгая, по принципу, идет на него. Как ты думаешь, сколько примерно минут? Таня? Я не знаю, чувак. Примерно, как думаешь? Я не знаю. Но... Блин, это не то. Я сейчас могу. Нет, мой попа. Не смей стрелять мой попу. Пойду другой автомат побольше будет. Патронов хотя бы, блин. Нет. Блин. Обязательно его убить. Предполагаю, что убивать. Какого фига не всех там появилось? Все, это все? Нет, это не все. Он... Все, он умер. He's dead, Jim. А ты с чем ходишь? С автоматом калашником. Так, тут кто-то есть. Я убью. Ты понимаешь, что в 1040 каком-то году изобрели автоматроник. Это 1050 год, вроде. И 1000 какой-то, да. Не могу стрелять. Я уничтожил. Вау. Не сможешь выстрелить, я пушка горит, чувак. Ты не сможешь выстрелить. Ты сдох, сказал. Да. Дай-ка он выглядит таким маленьким, а так он так не шляет. Окей, спасибо. Картоны. Что теперь? Так. Спокойно ходить. Кто тебе даст спокойно ходить? Это Вольфенштейн, детка. Тут тебе никто не даст спокойно ходить. Я возьму себе рычажки. Рычажки-то хорошо. Ты офигишь, все? Как бы. Ба-ба-ба. Берлин, 1946 год. Вау.
Я уже представляю, какие бы у них были технологии в 2013 году. Вообще все будет на каких-то машинах, наверное. Но реальность и такая хорошая. Такая. Окей, чел. Сверять с журналом. Зачем? Жам, у меня выйти 1 грамм. Да. Так все и было. Так все и было. Тик, мне нельзя нормально играть. Не слишком сложно. Ну ладно, игра на уме. Ладно, давай. Честно, не могу так играть в эту игру, она слишком сложная. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Я переиграл столько игр. Это не... Кожара, это вообще самая легкая игра по сравнению с этой игрой. Какой фиг она такая сложная. Потому что. Убер, блин. Должен быть убером, а не должен быть убер. У врагов. Это не у меня убер, а это у врагов убер какой-то. Это не нормально играть, потому что играть в эту игру можно только вот так. Сидеть вот так. И так будет вся игра, блин. В таком положении будет вся игра. А вот это сразу было. Что? Я опять вас не знаю. Скажи, я ничего не знаю. Какого хрена ты себя вообще знаешь? Что твою лишь? Жизнь. Вообще... Чёрт. Так, сейчас получишь просто по лбу. Я еще ничего не знаю. А ты ничего не знаешь, да? Я сделал мухошак. Вау. Сохранение быстро дайте. Иначе я не знаю, что я сделал с этой игрой. Так я не верю, что сейчас никого не будет там. А как я понимаю, я иду правильно. Так тут секрет должен быть какой-то. Что бы это ни значило. Это нет, это не то. Вот это секретка типа. Письмо Оскара, да? Персонаж. Биджей Бласковиц. Ясно. Фергус Рид. Панцерхут. Это интересно. Это одна из первых моделей роботов. Солдат нацист. А куда я не смотрел, давай,
Я... Это писем, what the fuck? What the fuck, ладно, плевать. Хорошо, пойдем. А я... Нет! Ого, нельзя стрелять. Оно пропало. Так, я не туда вообще, наверное. Пошел назад, неважно. Ой-ой-ой, сейчас что-то, где он? Где он? Где он? Где он? Он тут. Какого фига я права? Ну ладно, еще. Я сразу стою. А, ой, все, патрон просто потратил. Это страшно было. За эту игру можно бегать за пару секунд, ничего не делал. Там есть секрет, ладно, возьмем его, я думаю. Тут никого нету. Где она тут? Вот она, прям. Тут должна быть это. Ее нету. Можно открыть? Нет, доступ сюда запрещен. А ну может как это можно будет пройти? Возможно, при прохождении игры. Так мы тут ничего нету. Возможно, это. Можно. Возможно, это все. Двери-то есть секретка, возможно. Я не знаю, ладно. Давайте просто будем пофигистами. Не, мы сейчас понимаем. Так, мы сюда попасть не можем. Прям уже будет расстрелять все это. Нет, туда не попасть. А, нет, попасть. Может, я могу допустить? Им нужны фрагменты кода. Типа, если я предзакажу... Ну, это, я его предзаказал, поэтому мне должны выпадать коды. Я должен их искать, я понял. Так, еще один чувак, когда вы стреляетесь. Ты не будешь? Умирай. Что я должен делать? А, я понял. Пофиг, я промазал. Привет, как твои дела? Хорошо. Иди, куда кинул свой меч? Нож. Окей, это было плохое дело, кидать свой нож, потому что теперь его никогда не найду. Ах, нет, мой нож улетел. А на этой грустной, печальной, плохой ноте я заканчиваю серию. Ну, не совсем так грустно, но очень плохая серия, потому что я умирал сегодня. Но сколько ты мы с первыми врагами? Убивай. Успей их возненавидеть просто. Игра мне очень понравилась, но очень сложность это очень. Ну, хотя игра на умере, поэтому я буду молчать на это, но я буду говорить много, поэтому плевать, короче. Всем пока. С вами был Спанч Боб. До свидания.